В Ярославле завершаются работы по нанесению дорожной разметки. Подрядчик выполняет их в рамках двух действующих контрактов. Основной объем приходится на обозначение линий разметки механизированным способом. Это порядка 750 километров по всему городу, а также покраску белых и желтых линий пешеходных переходов и направление движения по полосам. Здесь нанесение разметки запланировано на общей площади порядка 34 тысяч квадратных метров. В местах концентрации ДТП зебру дорожные рабочие выполняют холодным пластиком. Второй контракт – это нанесение дорожной разметки пластиком. Это Красноперековский и Фрунзенский районы. На сегодняшний день ручные работы по нему уже выполнены, то есть продолжаются работы механизированным способом, поэтому в ближайшее время тоже должны завершить уже. Эти работы касаются улиц, отремонтированных в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в прошлом году. Общая сумма контракта составляет порядка 7,5 миллионов рублей.